Всем здрасте. Да, знаю, это не совсем тот формат, к которому вы привыкли, но дело в том, что сейчас не постримить нам эту игру, потому что один комп не тянет, другой комп еще слишком молод и не может тянуть его, поэтому я считаю, что записать роликами будет и качественнее, и для меня удобнее. В общем, поехали. На чем мы остановились? На том, что... Я ни хрена не помню. Сейчас посмотрим. Ну да. Мы остановились на том, что Сэм поехал в одну сторону, мы стали в другую. Ай. Короче, да. А что, зачем, почему, я не помню. Я помню этот рынок. Помните, мы в третьей части тырили тут яблоки? Но не только. Собственно, здесь мы были, подвиньтесь, пожалуйста, чуть-чуть, я, в принципе, худенький. Одну секунду. Quoi? Vous avez beaucoup de stock d'habitude? Знаем бы, что мы ищем. Просто прошлый стрим закончился настолько внезапно, что я... Давайте. Дайте попробую. О, ладно, знаете. Спасибо огромное. Яблоки преследуют нас просто. Посмотрим, как Натан жрет яблоко. По-моему, оно не совсем свежее. Ладно. Давай ешь быстрее, нам пора идти. Я не хочу на ходу есть. Как вкусно. Он реально ест яблоко. Ни к какой наигранности. То есть он будет жрать его до огрызка? Он целиком его съест? Видите, как он морщится, да? А ничего, я больше тогда была. Ты можешь выбросить куда-нибудь? Где мур? Король тебя. Тут не мур. Хоть поздоровайся. Я думала, он ему сейчас огрызок отдаст. Саля, будешь огрызок? Салли, прости, я не донес тебе отрезок. Принеси. Пошли. Когда все это закончится, я заведущий. Если мы выберемся из этой передряги, я тебе сам куплю щенка. Мне щенка купят. Ты не мечтай. Виктор, голос. Я уже представляю. Слушай, а мы что, шопиться сюда пошли или что? Не того красавца. Почему я голоса рынка слышу четче, чем голоса главных героев? Ух ты, как тут вкусно. Сали, нам некогда жрать. Ну, ничего. Простите? А он прав. Запах шикарный. Курица. Какая-то зеленая фигня и курица. Ладно, пошли дальше. Салли, подожди, Салли, стой. Голоса, капец. Че, пойдем? Ну, Кристо, подвинься. Удалось. Не удалось. Придется туда как-то проникнуть. Незаметно. Незаметно. Проникнуть. Незаметно. Мы умеем. Да подвинься же ты, господи. А, ну ты так это на изи. Вон там, разбитое окно. Салли, ты его разбил? Тут вроде можно пролезть. Ужас. По-любому. Ты чего там застрял? Ты иди, иди. У меня свой там. Ну, старикан и косовой мир. Хороший, скажи. А что ты по низам лезешь? Я сразу по верху пошла. Прикольно. Так, а что тут? Ну, посмотрим, что тут. Я не ведьма, нет. Так, знак Эдварда Ингленда. Все как на карте. Так что мы ищем? Хороший вопрос. А что мы ищем реально?
Это, скорее всего, та дверь, через которую мы не смогли зайти, да? А, нет. Прикольно. Стоп, 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 стоп. Это очень высокая башня. Да. Я там не осмотрела еще. Ё-моё, сколько тут всяких крутилок, загадок. Подождите секундочку. Назад. Я не трусну, я боюсь, я хочу вернуться. Я там по-любому что-то не нашла еще. Это... Блин, я только зашла и сразу нашла правильный ход. Да, смотреть. Полазить по разным местам. Блин. Еще ничего нету, что ли? Я так не... Краю. Вот здесь по-любому должно было быть сокровище. Почему его тут нет? Кто спер? Никто. Хорошо. Вот теперь пора идти. Вот теперь я спокойна, теперь я довольна. Да. Окей. Че это? Дублон? Ну, да, в смысле, это место, клинички. Чтобы его поставить. Угу. Наверное, водолей. Мужик с кувшином, блин. Окей. А где рак, я не поняла. Было похоже сейчас на музыку, и сколько их выиграл. Или фильма, я не помню. Сейчас. Скорпион, водолей, лев, телец. Автоответчик. Скорпион, водолей, лев, телец. Мы нашли нужную башню. Перезвони. То есть в этом порядке? В этом городе телефон не в другом. Ну, нет смысла ждать. Ну, допустим, ладно. Пошли. Ты, может, залезешь? Я как бы держу, Владимир. Спасибо. А куда прыгать? Или он просто залезет туда? А, я просто думала раскачаться на другие эти. Полезно. А веревку смотал? Не смотал. Что ты крюк поставил? Скоро вернусь. Какой-то ты наивный, Натан. Не скоро. Если только не жахнешься отсюда. Просто не знаю, что тут дальше делать. Допустим, это противовес. Чтоб меня. Посмотри, Салли, часики-то ходят. Я заметил. Смотри, чтобы тебя шестернями не заживало. Ага. Допустим. А что там за хрень? Что с ней делать надо? Блин, это логично. Подожди, я ж... Стоп! Я с нее прыгнула? С нее? Вопрос, зачем? В смысле, куда? Это мне надо перепрыгнуть на ту сторону. В смысле, на ту... Вот так вот сделать надо. Нет. Стой! А что мне это дает? Я куда-то назад могу прыгнуть? Подожди, стой. А там есть такие штуки сзади, как у этой? Я просто не увидела. Это мне подсказывает, что должно быть. Подожди, стой. Нет у нее такой штуки сзади. И что делать? Ой, сейчас тупить буду. А ты разве не можешь вот перед этими шипами вот так вот между зацепиться и полезть? Видимо, не может. Так, допустим, мы залазим сюда. Вопрос, а для чего мы так высоко залазим?
Что если использовать инерцию груза? Это я поняла. Так и что потом с ней делать-то с этой с инерцией груза? Допустим. Быстрее, 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 быстрее. Получилось. Надо спешить. Да куда ж тут не спешить, а тут все валится. Значит, хорошо. О, блин, опять эти шестеренки. Где у нас это было? В какой-то части это было уже. Черканить, я не помню часть, в какой части это было. Стоп. Не девушка, лев. Хорошо, что не лев. Стоп. А лев нам когда нужен? Лев нужен в последнюю очередь, правильно? Сейчас. Не туда ты листаешь, блин. Нам нужна скорпион, водолей, лев, телец. Да. Скорпион. Где он? Я могу забраться выше. Скорпион. Потом водолей, я помню. Скорпион. Так. Ты, небось, был скорпион. Так, это очень громко. Наверное. Так, водолей. Водолей. Блин, это реально Tomb Raider? То есть такое было в Tomb Raider, только не по знакам зодиака, но похожее, короче. Тоже, чтобы куда-то пробраться, нужно было 4 двери последовательно открыть. Ну, грубо говоря. Так вот такое было. Где водолей? Небось сверху где-нибудь. Еще внизу его не видела. Мы видим льва. А, вон водолей. Чего это плюто? На лифте вниз. Ты дурной. Там же был выступ внизу. Там был внизу выступ. Скорпион открылся. Все, перехожу к следующему. Приду. А вот нефиг, потому что в дневниках лазить, когда я прыгаю. Вот, скажите, вот был выступ. Или я сильно рано... Сильно рано прыгнула. Хорошо, я виновата. Окей. Допустим. Так, это... Водолей. Мужик. Скорпион, мужик, лев и... Бык. Он шпилец. К концу этой главы Натан наглохнет и будет, ему будет пофиг на стрельбу в него, то есть он так вот. Я так понимаю, нам сюда. Подожди, 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 стой. Ага. Ты можешь прыгнуть, а? Он не хочет прыгать. А что мне с ним делать? Я так поняла, что ни камера, ни PlayStation длительные видео записывать не хочет. Короче, через какое-то время мне нужно перезапустить запись на PlayStation, а камера это делает сама. Так что, если вдруг вы какое-то слово недопоняли, это не моя вина, это вина камеры. Да. Что нам здесь делать? Расскажите мне кто-нибудь. Почему он сюда... Поняла. Поняла. Да подождите, мне здесь сюда. Я поняла, здесь по тому же принципу, как мы залазили наверх.
Быстрее, быстрее. О, умничка, отлично, хорошо. Залазим. Так, это у нас лев. Лев. Мне девушка лев. Это мы уже слышали. Лев и тенец. Он сейчас таким голосом сказал какой-то. Ты не пройдешь. Это что получается? Нам они сделали почти подряд, что ли? Где мы видели тельца? Нигде? Там лев. Вверху был скорпион. Тут водолей. Куда нам идти сейчас? То есть, если мы отсюда прилезли именно вот по этим... Сейчас будет, сейчас все будет. Скорее всего, по логике это сделали вот где-то... Да, залезли ты куда-нибудь. Скорее всего, куда-то вверх залезть надо, потому что... Потому что внизу там ничего не было. А что если вот этот самый большой, этот последний колокол, это и есть... Ну, этот самый. Ну, вы поняли. Телец. Что-то у меня такое ощущение. Не знаю почему. Просто больше нигде никого не видела. Грубо говоря, вот скорпион. С той стороны у нас водолей. Здесь у нас лев. Значит, подождите. Ну, вон же телец. Боже, ну, все правильно. Короче, по сторонам света. Сейчас все будет. Я даже вижу, как я туда... Пролезу, наверное, но это не точно. Блин, я думала, там можно будет по эти балки затронуть. Наивная, да. Ты что творишь? Блин, Натан, ну ты серьезно? Ладно, придется слезть. Окей. Да я не надо мне подсказки, я знаю, что тут делать. Допустим, как нам залезть туда? Нет, не туда. Вон туда. Возможно, мне надо перелезть по вот этому мосту. Однако я нашла, как туда залезть. Ух ты! И на такую фигню можно прыгнуть? Умница. Отлично. Так. Да мы еще не сильно качаемся. Подожди, что тебя укачало-то? Мне получилось. А, мне туда и все. Ты можешь прыгнешь. Есть. О, у нас там сердце остановится, честно говоря. Сам не звонил. Окей. Пока нет. Конечно, все порядка. Забыл телефон. Стопудово, когда мы все откроем, заявятся наемники, короче, и мы будем, как обычно, защищать свою честь. Все, хана, я же сказала, будет глухой консоль. Ладно. Эй, получилось! Телец открылся, и на полу появился знак Эвери. Что? Черт, и все, больше ничего. Слушай, там еще большой колокол просто... наверху. Погоди-ка, ну что, есть? Я поднимусь. Зачем? Что там пишешь? Да не туда. Ничего записать не успел. Понятно. Так. Ну? О, как. Если не ошибаюсь, там таймер тикает. Но я могу ошибаться. Да. Весело. Весело не то слово. А куда дальше что?
весельчак. Окно? Ух ты, ё-моё! Вот это пейзаж. Реально. Наверное, этот пейзаж и будет на привычке. Уж очень он мне нравится. Так. Ты, может, полезешь куда-нибудь, нет? Ого. Так. Это я, наверное, зря сделала, скорее всего. Что мне с этой стрелкой делать? Он дальше прыгать не хочет. Вот вообще. Вот вообще не хочет прыгать. Ну реально. И дальше ничего не хочет делать. Сейчас упаду, да? Нет, он падать тоже не хочет. Ну, капец. Давайте в другую сторону, не знаю. Тоже неплохой пейзаж, по-моему. А что если по низу? Ну это тоже не то. Это беда. Это называется беда. Он никуда не хочет лезть. Я не знаю, что ему сделала плохого. Он мне не доверяет. Вот что не так? Там балка? Я смогу перебраться. А, серьезно? И как же ты собираешься их равнять? А, я поняла. Я туплю, но я поняла. Нам нужно вывернуть стрелки. Только с другой стороны. Так, и что же нам делать? Надо сообразить, как они там выглядят. Подождите. Получается, две шестеренки, две стрелки. Так, одна сюда, другая сюда. Ага. Допустим. А как это делать? Поняла. Не поняла. Нет, поняла. Вот типа такого. И все что ли? Так легко? Почему я думала, что будет сложнее? Вот реально сложнее. Я подумала, что тут делать? Одноразовая лестница. В данном случае стрелка. Вот тут реально укачать может. Тихо, спокойно. Что его там укачало в помещении? Я не понимаю. Вроде ничего такого не было. Ух ты. Залезь! Вот спасибо. Это. А вот и ты. А вот и я. А вот и вы. И что? Теперь? Да? Зачем? Я надеюсь, с тобой все в порядке, Саня. Ой, не туда, стоп, а тупик. Допустим. Да залезь же ты. Спасибо. И? Стоп. По-любому там что-то есть. Что-то должно быть, конечно же. Чуйка, чуйка, видели, да? Так, допустим. Кстати, ножик нам пригодился бы. Но он его с собой не возьмет. Он, точнее, возьмет он для коллекции. Так. Так эпично он спрыгнет. Так, допустим. Сали, я добрался! Как он еще слышит Сали, я не понимаю. Очень да, очень громко. Еще громче, чем... Поберись! Сали, берегись! Извини, рукоять сломалась! А что, вы поняли, да?
теперь самому качаться придется. Ну, не в смысле качаться, а именно качаться. Не поняли. Ну, поехали. Однако. О, Господи. Здрасте. Нет, нет. Всего лишь надо. Черт. Ну хоть дверь теперь открыта. Так, да, точно. Есть лишь один способ. Ты в порядке? Нет. Пока не знаю. А ты? Огло. Как тут все не завалило? Глянем, что... Ну-ка. Иди помоги, что ли. Эй, смотри. Монетка. Тебе нужна? Очень смешно. Ладно, давай. Глянем, что тут. Я надеюсь, золото и бриллианты. Конечно. Сэм, всего лишь середина игры, конечно, золото и бриллианты. Ну, мы зато точно пришли по адресу. Давай быстрее к нам. Серьезно? Я сейчас буду. Он скоро будет. Хорошо. Скоро это через сколько, интересно? Кто придет раньше, наемник или он? Салли. Сейчас. Угу. Это, я так понимаю, все пираты, да? Наши клиенты? Скорее всего. Генри Эвери, Томас Тью, сообщники. Однако. Основатели. Основатели чего? Охота за призраками? Опять головоломки. Знаки Эвери и Тью. А эти немного другие. Да. Смотри, тут звезды. По-любому. Все будет менять их местами, да? Они вращаются. Но в какую сторону их надо... А зачем? Звезды, дошло. Во! О. Прикольно. Я думала, сложнее будет, кстати. Да, секунду. Ну тут, соответственно, еще пиратские знаки. Три штуки соединить. Энн Бонни и Кристофер Кондант. Тоже крутилки, да? Не поняла. Вот здесь не поняла. Здесь как бы они одинаковые, по-моему, с каждой стороны. А нет, вижу. Вроде. Как это сделать? Просто узоры, по-моему, одинаковые. Почти. Я не понимаю, что ты делаешь. Комбинаций слишком много. Очень пойдем много. Пойдем глянем, что за той. Давай, пойдем. Я все-таки надеюсь на сокровища. Я, знаешь ли, тоже. Смотри-ка, я был прав. Болдридж, Бонни и Кондон. Чудненько. Mm-hmm. Но что они вообще здесь делают? Ну, давай выясним. А, поняла. Значит, смотрите.
ну точно. Кондента звали Одноруким Билли. Видимо, это его. Глянь на эти звезды. Такие же, как на знаках Every Eat You в той комнате. Слушай, точно? Ты рисуй, рисуй. Это важно. Так, здесь. Вау, вот это усы. Такие же могучие, как у тебя. Обычные. А тут еще одно созвездие. Да, но это уже другое. Они не одинаковые. А, точно. Глаз-алмаз. Спасибо. Видишь, я не только красотой беру. А Бонни-то была рыжая. Да. Кстати, да. Что скажешь? На знаках Every Eat You совпали звезды. Помнишь? Значит, на этих тоже. Все, понято. Идем разгадывать. Так. Положить. Так, вот эту теперь развернуть. И вот эту. Блин, не туда. То есть надо развернуть вот так вот. Так, получается, люди влево. Людей влево положить. Коня на голову поставить. А это что? Ну, змея тоже мордой вниз. Окей, понято. А, пошли. Ну, все просто. На самом-то деле. То я просто крутила что-то просто так сначала. Так. Значит, людей... Так вот. Коня мордой вниз, и змея тоже мордой вниз. Получается, открывается еще одна комната. Мы там смотрим, что там. И потом... Ну? И кто это такие? Ну... Это... Не знаю. Кто-то. Да? Ну, пиратов было очень много. Что, тупик? Нет, не тупик. Дай телефон. Неужели звонок другу? Почти. СМС брату. То он бы и сам без меня сфоткал, ну ладно. Вот так. Так, пошли. Слушай, а картины-то красивые. Вот не найдем клад, можно хоть их продать какому-нибудь музею. Так, а где здесь квадраты? Да я так рассуждаю. Уильям Мейс. Американец? Я не вижу. А, вот, смотрите, вот две точечки. Что? Не. Не то. Да в смысле, что то? Ну, квадрат только вот этот есть. Подождите. На тех картинах был явный квадрат выделен. Здесь этого нету. Почему? Я реально не вижу. Вот здесь есть. А здесь картина упала. Подождите. А здесь где? Боже, вон же она. Он. Хорошо замаскировали. Вот так. Очень хорошо. С хрена ли у меня джойстик вибрирует? Я не поняла. Это телефон ты звонит, ты серьезно? Я только что спустился. А что ты мне прислал? Потом объясню. Скажи мне, кто тут кто? Ну, дельфины, это Ричард. Я испугалась. Трезубец Джозеф Фаррелл, а две руки с жемчужиной это Уильям Мейс. Супер. Смотри, чтобы у тебя телефон ловил. Может, еще наберу. Нейт, ты нашел сокровище? Пока нет. Надо сначала. Я такого не ожидала. Окей. Книги, глобус. Этот Вонд похож на ученого. О, Ричард Вонд. Был капитаном на дельфине. Похоже, у них с Болдриджем были. Давай-ка мы с тобой картину поднимем. Ты не против? Салли, помоги мне. Сейчас. Спасибо. Ну, могли бы не вешать, просто поставить на самом деле, но... Ну, раз повесили, ладно. Ровно? Да кому какое дело? Мне есть дело. Угу.
Так, и здесь у нас квадрат где? Только взгляни на лицо Феррелла. Он совсем не рад тут находиться. Мяу. 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 Привет. Я не пойму. А где здесь квадрат? Вижу. Зараза, тут они их прятать прямо есть. Стали. Мяу. Мяу. Так, ладно. Кошки кошками, надо головоломки решать, да? Мой идиотик. Фу. Итого. Что нам надо сделать? Ё-моё. Что ты делаешь? Что ты творишь? Посмотреть. Так, то есть здесь нам надо... Вижу. Наверное, скорее всего, вот так вот сделать. Потом эту... Вот так. И получается здесь единичка? А тут единички нету. Во, попадос. Блин, это реально сложно уже началось. Тогда, пожалуй, вот так вот сделать. Жесть. Вот это вот сюда. А вот эту вот сюда. Получается... Что это? Это похоже на знак рыб. Ну, короче, слева белая, справа черная. Трезубец влево. И... Что это? Куда скелет за яйцом? Ну, допустим. Хорошо, вроде запомнили. Запомнили, да? Пишите, если что. Так. Не туда. Я уже прибежала, блин, какого хрена обратно пошла? Смотрим, 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 смотрим. Получается белая слева. Трезубец тоже влево. И получается вот так. Да? Нет. В смысле? Оно же должно сразу сцепиться, если это правильно. Правильно? Ну, правильно. Может, тут наоборот эти стоят? Офигеть, там было прозрачное, здесь это белое. Так, и кто у нас тут? Я уже все варианты перепробовала, просто. Ты и не знаешь? Знаю я все. Только надо проверить, знает ли Сэм. Чтобы он чувствовал, что от него есть польза. А, ну, конечно. Давайте, наверное, вот на этом закончим. Остальное попробуем чуть позже. Это был такой пробный ролик. Я просто уже пока разгадываю эту головоломку, чуть с ума не сошла, честно. Я понимаю, что она простая, но я записываю вечером. Почти ночером, поэтому... Ну, как-то так. В общем, всем спасибо. Если такой формат вас устраивает, напишите об этом в комментарии. Или не пишите, я и так пойму. В общем, всем пока.